Okay, hello everyone. Let's continue our work on improvement OpenTunes. На чем мы остановились? Так. Сейчас мы будем делать кнопку, чтобы создавать сцену. Давайте посмотрим, что там должно быть. Во-первых, мы должны, ну понятно, создать сцену, но мы должны ее сразу сохранить. То есть создать, переключиться на нее и сохранить. А чтобы сохранить, нам нужно знать, под каким именем мы ее будем сохранять. О, кстати, я забыл раскидать ссылку на стрим везде. Что-то просто так сходу начал. Сейчас 5 минут, и я это сделаю. Вот, кнопка, чтобы создавать сцену. Мы должны ее сохранить, но для этого мы должны понимать, под каким именем мы ее будем сохранять. Это первое. Как мы будем генерировать это имя? Я думаю, мы будем брать имя текущей сцены и на основе него генерировать имя для следующей сцены. Например, если у нас имя сцены там 004, то оно должно стать сцена, то мы должны вставить сцена 005. А если сцена 005 уже есть, то это должно быть, ну, там мы должны дальше смотреть, какой там номер свободен. Ну, дальше. Наверное, схема такая. То есть сначала нужно сгенерировать взять номер текущей сцены, взять имя. Имя текущей сцены отделить так номер в конце, если есть. Так, это, наверное, отдельный пункт. Если есть. Так, потом сгенерировать имя для новой сцены. Не упал. Нет, стрим не упал, просто я сделал перерывчик. Намазал себе бутерброд, а то там Джесс там про еду всякую говорил. И, ну, знаете, какие последствия от этого бывают. Это дело такое. Вот. Ну и вообще, время уже для второй части, да, по программированию уже. Так, сгенерировать имя новой сцены. Проверять, существует или нет. Ну, понятно, да? Для меня понятно. Так, дальше создать новую сцену. Новую сцену. И сохранить ее как под тем именем, которое сгенерировано в пункте C. Вот такой вот план.
О, да, слушай, ну ты прям, что ли, на пол прям уронил телефон? Ну и скажи, какие у тебя последствия это, в смысле, что он жив? Он цел, здоров? Или что-то непоправимое случилось? Окей, Чес also joined us. Вот, и начнем мы, значит, делать нашу работу очень интересную с вот этого пункта. Вот. Так, это синфиг. Так, нам еще нужно посмотреть, где мы там находимся. Прошлый раз мы сделали просто клинап. Так, и теперь нам нужно сделать. Окей. Jess, are you talking about pose of person who drinking of tired person who drinking coffee? Yes, is this the same artwork? Okay, we have scene browser. And here a new folder function. Мы взяли функцию new folder и okay, this is called talk. Okay, and now we going to для наших экспериментов лучше сделать новый проект. Я думаю, тест. О, круто. И вот у нас есть. Кнопка, которая создает новую папку в данный момент. А нам нужно, чтобы она создавала новую сцену. Здесь есть как раз интересный код, который создает, который, ну, по умолчанию создает папку new folder. Да, вот мы когда щелкнули, вот у нас new folder появилось. Если мы нажмем еще раз, вот new folder 2 появилось. Еще раз new folder 3. Вот. И здесь происходит то же самое. Вот, проверяется, существует оно или нет. Вот мы сразу же видим, как это сделать. И вот как генерируется имя.
Вот, собственно, этот код нам потом понадобится. И мы сделаем тогда, переименуем, во-первых, эту функцию newShot, newSync, ну ладно, sync, будет терминология. Он чего-то завис. Сделаем сначала вот такой вот рефакторинг. Кажется, это называется рефактор. Делаем переименовка файла, нам это не нужно. Ладно, ну, попробуем сейчас сохранить и собрать просто, соберется это или нет. А, ну конечно, мы не изменили здесь то же самое. Jess is doing sketches about the pose. Ну вот, в целом как бы запустилось, ничего не изменилось, кроме того, что мы переименовали функцию. Ну, мы, в общем-то, этого и ожидали. And теперь так, теперь нужно взять имя текущей сцены.
Ну, хотя мы хотели создать сцену, да? Посмотреть, как оно будет. Ну, давайте попробуем. С произвольным именем пока что. Ну, я просто поиск сделал, да, new scene. Ну, в общем-то, тут, видите, все просто. Ну, давайте попробуем. Вот, и чтобы не комментировать весь код, который после этого, сразу сделаем return. То есть он завершит выполнение функции. После этого давайте пересоберем наш код. Посмотрим, что будет. Можно пока посмотреть что-нибудь про Тахома. И так. Ой, ой. Так, а теперь нажимаем хоп. И он у нас, видите, создал новую сцену. И что-то все пропало. Он создал новую сцену, если мы попробуем ее сохранить. Он мне ругается, что... Почему-то путь это меняет. Ну-ка. Кэш, open tools, untitled. В кэш все попадаем. Да, интересно. То есть, видимо, там нужны какие-то приготовления. Но что-то уже работает, по крайней мере. Давайте попробуем посмотреть на различные.
Sure, I just need to get to stream voice channel too. So, just sure, you can try to join it and see if it will work for you. Folder, change it. Create project. No ones? You say... Oh! Discord crashed for me, sorry. It is crashed right now. Okay, I'm on channel now, so can you hear me? Hello, hello Jess. Great. And I can hear myself for some reason. Okay. Oh, you're talking so fast, so I cannot Ah, I see. Okay. So, how did you fix it, your microphone? Ah, I see. Okay. Let's try to narrow our search. Let's try to blindly copy-paste this code.
and see if it will work. I see. This saves current scene if it is needed. And okay, it is failed because this function isn't found. Sorry, can you please repeat? Ah, no. This is a feature. This is an improvement to current functionality. Adding more things. You're right. I'm trying to make OpenTunes suitable for storyboarding and creating simple animatics. This is the things you were asking me recently, right? About OpenTunes and storyboarding. Yeah. Okay. Now I have problem with this function. Maybe it should be done simpler. So Jess, since you have connected to a Discord voice channel, maybe you can tell me how to properly pronounce some Filipino words that I already learned before. Ah, like Puno? Ah, Puno. Puno. Pusa. And manzanas, it's apples, right? Okay. No, that's not that. Ah, I see. Whoa. Okay. No, it doesn't work. Why is it works here? Ah. Get folder. Mm-hmm.
It's worked, but I'm not sure if it's working right. Okay. It works. It works. Hey. No. No, it doesn't work. It shows me different folder. Oh. Well, sorry guys, and girls, I've got an important call to answer, and I think it's time to I have to finish our stream right now. So, okay. So, Jess, it was great to hear you in person here. And it's great that you were able to connect. So, let's finish our work for today and let's continue it next time. Next Friday. I hope everything will be well with everyone. And yeah. Be careful. Thank you for watching, for attending, and stay safe. And see you next Friday. Goodbye.